Юр, полчаса. Но Енисея не было видно на поле. В чем причина? Локомотив был хороший или Енисей все-таки плохо вошел в игру? Да, мне кажется, что команды были равны, просто мы больше нарушали. Мы больше нарушали, тем не менее, они владели мячом, они доминировали первое время. Я считаю, в этом проблема. А потом, получается, мы смогли навязать свою игру, и желтая и красная карточка сделала свое дело. Мы были в меньшинстве, нам пришлось всегда защищаться, это тяжело. Слушай, ну в меньшинстве, оказавшись против Пензы, какие мысли в голове? Отойти в оборону и просто вот косми ложиться или как? Нет, была сразу у нас команда играть рационально. Выходить на чужую сторону, переводить туда мяч, выходить в аут, набирать очки. И, кстати, мы, мне кажется, еще более организованнее стали играть, когда мы были в меньшинстве. Пенза уже такой... Уже раскосили, как с ними играть. Ну, потому что сколько и матчей, и в этом сезоне ни одной победы нет. Ну, мы с ними уже на протяжении 2 лет, сколько, матчей 8, наверное, 7 сыграли. Очень серьезный соперник. Если мы даем слабину, мы сразу это чувствуем. Сегодня вышли максимально настроенные. Я чувствую, что каждый игрок получил удовольствие от игры. И поэтому результат позитивный. Если в двух словах описать старт в Еврокубке, какие приходят слова в на ум? Ну, главное, мы победили, а развитие... Нам еще расти и расти есть куда. Вот такие мысли. Все, спасибо, Юр. Спасибо. Все. Нет, это...